Фогл! Фогл! Это кто? Да никто. Тут твоя старая одежда. Ты хочешь поехать с отцом? Нет. Насильно не получится. Простите. Это ради мамы. Она попросила нас кое о чем. И о чем же? Перед уходом она взяла с меня обещание, что ты и я вместе съездим на озеро и развеем над ним ее прах. Она угасала, еле дышала. Некоторые просьбы выполняешь, не спрашивая. Нет, ты не спрашиваешь, ты выполняешь. Сделаем, и больше ты меня не увидишь. Говорят, в итоге мы все становимся как наши отцы. С тобой это вряд ли случится. Ну, а если случится? Ну вот. Скоро будем болтаться на высоте 9000 метров над океаном в жестяной банке, которой управляет наверняка невыспавшийся пилот. Конец пути. Скоро в кино.